Добрый день, друзья! Мы продолжаем смотреть демки в рамках фестиваля капитализма и экономики. И давайте посмотрим на игру под названием Workers and Resources Soviet Republic. На фоне знакомые пейзажи. Я думаю, многие советские города выглядят довольно похоже. Ну, давайте посмотрим, что из себя представляет игра, и начнем, пожалуй, с курса молодого лидера. Самых-самых основ. В старых городских домах и деревнях есть автономная система отопления, печи. Однако их использование загрязняет окружающую среду. Загрязняет, в общем. Товарищ, добро пожаловать на занятия нашего курса молодого лидера. К сожалению, в настоящее время мы не проводим отборочные экзамены и не можем установить ваш начальный уровень. Поэтому наш курс будет начинаться с самых азов. Мужайтесь, товарищ. Сперва, постройте жилое здание на отмеченной позиции нашего испытательного полигона. Для этого следуйте за красной стрелкой-подсказкой. Затем левой кнопкой мыши выберите предложенный дом и щелкните левой кнопкой мыши на отмеченной позиции, предварительно развернув здание колесом мыши. Жилые районы, говорят, вот этот домик, а даже вот этот домик. И наши разные по стоимости квартир, по качеству жилья. Превосходно, товарищ. Владимир Ильич гордился бы вами. Если в процессе обучения вам потребуется подвинуть камеру, используйте клавиши WASD. А теперь постройте дорогу. Как и в прошлый раз, следуйте за стрелкой-подсказкой. Затем левой кнопкой мыши выберите предложенный тип дороги. Щелкните левой кнопкой мыши на отмеченной позиции и, не отпуская кнопку, протяните курсор ко второй отмеченной позиции. А когда сила дороги позеленеет, отпустите кнопку. Не, говорят, не попали. Ну, позеленел. Если в процессе постройки вам потребуется подвинуть камеру, то... А теперь постройте дорогу. Это мы уже построили. Давайте еще построим. Хорошая работа. Если в процессе вам потребуется приблизить и удалить камеру, нажмите клавишу Shift и вращайте колесико мыши. Потому что она и без колесика мыши вращается. Что с Shift-ом, что без. Постройте-ка маленькую автостанцию на отмеченной позиции. Маленькую. Хорошая работа. Проверьте доступность маленькой автостанции для жителей дома, который вы построили прежде. Для этого щелчковой левой кнопкой мыши выберите маленькую автостанцию, а затем выберите там соответствующий значок. Здание в пешей доступности. Закройте все окна, чтобы не мешали обзору. Итак, еще раз. Синий пунктир показывает самый короткий пеший путь от выбранного здания к другому. Давайте упростим людям жизнь. Создайте более короткий путь от дома к маленькой автостанции. Для этого постройте гравийную пешеходную дорожку. $273 за дорожку в 35 метров. Снова они пошли на автостанцию.
Еще раз проверьте доступность маленькой автостанции для жителей дома. Обратите внимание, что путь граждан сократился практически в 5 раз. Давайте проверим. Был 150 метров, стал 35 метров. Кстати, у нас тут Качканар. Знаю я нескольких ребят из Качканара. Славные ребята. Привет им. А теперь постройте пищевой завод. Пища. А куда вы мне предлагаете засунуть этот пищевой завод? Вот сюда, говорят, засунуть. Ну давайте построим сюда. Тысяча. Вы неплохо справляетесь, товарищ. Напоминаем, используйте клавишу WSD для перемещения камеры в процессе постройки. Также можете использовать правую кнопку мыши, Shift и колесо мыши. Он, в принципе, без шифта работает. Для отдаления камеры. А также информируем, что для поворота камеры можно использовать серебряную клавишу мыши, которая обычно совмещена с колесом мыши. Постройте автобусную остановку возле пищевого завода. Хорошая работа. Соедините гравийной дорожкой пищевой завод и автобусную остановку, чтобы работники могли добираться до завода. Хорошая работа. Соедините асфальтовой дорогой автобусную остановку и участок дороги, который вы строили ранее. Превосходно, товарищ. Владимир Ильич гордился бы вами. Постройте депо автомобильной техники. А что она делает? Для чего она? Ну ладно, надо, говорят, построить. Вот здесь надо построить. Хорошая работа. Купите автобус для перевозки рабочих. Лев 695Б. Гордость советских инженеров. Отлично для этого подойдет. Вместительный, красивый автобус с мягкими сиденьями, в котором тепло даже в студеную пору. Ой, букашка А07. Ничего у нас тут машин-то. Ведь смотрите, что их тут вот 10. В основном фильтров там, автозаки, автокраны, рефрижераторы. Нас просят Лев 695Б купить. 52 пассажира перевозит. Отличная работа, товарищ. В Качканаре появилось депо автомобильной техники. Откройте окно транспортного средства и закрепите его. По умолчанию окна закрываются при щелчке вне границ, но закрепленные окна останутся открытыми. В общем, можно это все оставить. Так, надо сначала открыть окно транспортного средства. Окно транспортного средства. Закрепите. Закройте все окна, кроме нужного вам. Превосходно, товарищ. Создайте автобусу маршрут. Для этого откройте меню автобуса. Новая остановка. Добавьте в маршрут автобуса маленькую автостанцию, которую мы строили ранее. Вы хорошо справляетесь, товарищ. Теперь в маршрут автобуса добавьте автобусную остановку после пищевого завода. Отличная работа, товарищ. Отправьте автобус на маршрут, щелкнув на соответствующему значку. Хорошая работа. Дождитесь, пока рабочие не доберутся до завода. Можете немножко ускорить ход времени. Для этого воспользуйтесь машиной времени. Новейшей разработкой Института времени Академии наук СССР. Если потребуется остановить время, то в таком случае можно также воспользоваться машиной времени, либо нажать на пробел. Не доберутся, да. Дождитесь, пока что-то не произойдет.
Поэтому тут не можно и упустить. Не дождитесь, пока снег выпадет. То же самое, что и дождитесь, пока снег не выпадет. Тут не 75 человек. Не 50 человек, явно. Ну ладно. Превосходно, товарищ. Владимир Ильич гордился бы вами. Но вот люди-то есть, сырья нету. Купите сырье, чтобы завод мог начать его переработку. Хотя, смотрите, у нас тут даже скорость автобуса показана. Но трава явно дело мыльная. Это демка. Можно, конечно, пробовать открыть настройки. Но вроде графика построена просто по максимуму. Ладно, можно даже еще по максимуму. Это только... А хотя нет, где-то траву можно максимизировать. Пробуем. Воду я, конечно, не видел. Но давайте представим, что там максимально доступная трава. Но я не заметил разницы. Так. На заводе мы идем покупки ресурсов за доллары и за рубли. Кошмар. Ну, была средняя. Сейчас трава уже нормальная, вроде бы. Так. Мы покупаем просто ресурсы. Можем автозакупку взять. Урожай. Так, при автозакупке завод будет автоматически поддерживать запас сырья на заданном уровне. Вообще автозакупка. Я подтверждаю план закупок и назначаю их к выполнению. Закройте все окна. Превосходно, товарищ. Постройте дорогу к пищевому заводу. Какую еще дорогу к пищевому заводу? Есть у нас дорога? Вот у нас дорога. Вот Качканар. Какая дорога им еще нужна? А, ладно. Дорога. А, подожди, подожди. У нас дороги-то к нему и нет. У нас к нему пешеходная есть. Теперь дорога есть. Все ваши граждане нуждаются в еде. Это одна из базовых потребностей, неудовлетворение которой в конечном итоге может пробудить граждан к побегу из республики. Поставьте гастроном. Некоторые граждане из соседнего дома будут там работать продавцами. Принято. Еда, а в рефрижератор еще мясо. За 4000 рублей построим мы гастроном. Купите крытый грузовик для перевозки продукции пищевого завода в гастроном. Вот более слаб 6706 РТ. Будет несколько избыточным для этого дела, но нам нужен быстрый результат. Так, Болеслав 6706. Посмотрите, Болеслав 6706 люкс, он для перевозки людей. А 6706 РТ, вот он, крытый грузовик. В общем, есть еще один Болеслав 6706 РТ, уже до более поздних, но это уже цистерна для сухого груза. Закрепите. Стрелочки. А, вот те стрелочки, да. Стрелочки из леса. Но это если ты вдруг совсем куда-то уползешь и потеряешься, а где у тебя обучение? Чтоб знал, где-где. Ну, а сейчас обучение пока. Ну, вот странно, что вот есть грузовики те же, но первый-то он вообще автобус был, который люксовый. Так, значит, новый маршрут. Он едет у нас на... с пищевого завода и везет все сюда. Все. Путь, товарищи.
Если я закрою, у меня появятся красные стрелочки. Ладно, пока нет. Постройте еще одно жилое здание и отключите автоматическое заселение граждан. Давайте построим еще одно жилое здание. А почему у нас такое большое расстояние между зданиями? Здания должны друг к дружку строиться. Ну ладно. Тоже панельный дом. Тут еще надо смотреть. Дома, казалось бы, очень похожи, а в то же время стоимость квартиры разная, и качество жилья отличается. И разное количество работников. Вот в этом, например, он почти в два раза дороже, ну и работников в два раза больше почти содержит. Какой-то из них лучше. Постройте пустое здание, говорят. А, надо убрать галочку «Заселить граждан». Все, не заселяем граждан. А зачем? Ну ладно. Пригласите минимум 70 иммигрантов в этот дом. Из стран третьего мира за доллары можно пригласить иммигрантов со средним образованием или вовсе без образования. Из других советских стран за рубли можно пригласить иммигрантов, которые имеют образование от среднего до высшего. Также из других советских стран за рубли можно пригласить специалистов, которые имеют только высшее образование. Для большинства работ подходят люди со средним образованием, однако некоторые работы могут выполнять только люди с высшим образованием. Пригласите 10 иммигрантов из других советских стран за 4000 рублей. Давайте в Качканар 10 иммигрантов. Так, подожди. Приглашать заселение граждан со средним образованием, с высшим, с лояльностью. Так, помимо этого, мы еще выбираем что? Мы еще выбираем, сколько у нас трудоспособных граждан, насколько они будут счастливы. И такие, образование, электроника, сколько у них автовладельцев, сколько, средний возраст. И такие, где граждане должны работать? Ну давайте еще 10, еще сколько мне иммигрантов приглашать? Качканар город небольшой? А, 70, точно. Спасибо. Я отвлекся. Так, постройте еще одно жилое здание. Отключите автоматическое заселение граждан. Вы хорошо справляете? Я плохо справляюсь, гражданин. Я не отключил автоматическое заселение граждан. Ладно. Приселите жителей из одного дома в другой. Для этого откройте окно дома и щелкните левой кнопкой мыши. Во. Можно убрать уже после постройки дома. На соответствующий значок, чтобы активировать инструмент переселения. Снести. Разрешать заселение граждан. Дети, между прочим, от 7 до 21 года. Есть трудоспособные граждане, а есть взрослые дети. 21 и выше. Вы себя к чему относите? А отдельная категория автовладельцев. Взрослые дети 21 и выше. Переименовать. Надпись на здании. Так, пешая доступность. Пригласить. Надо вот это выбрать. Вот, пригласить до 10 граждан. Вот сюда. Ну окей. Зачем-то мы их переселили. Урок окончен, товарищ. Вы свободны. Объясните, пожалуйста. А в чем глобальный смысл был, что мы пригласили из соседних стран сюда специалистов и затем из 70-30 сюда? Наверное, просто ради обучения? Ну, окей. К следующему уроку. Давайте перейдем к следующему уроку. Ожидайте, товарищ. Товарищ, добро пожаловать на занятие нашего курса молодого лидера. На этом занятии мы рассмотрим организацию добычи ресурсов.
Эти знания пригодятся вам для налаживания добычи природных богатств, чтобы обеспечить сырьевую независимость республики. Начнем с постройки каменоломни. Каменоломню нужно строить на скалистых холмах. Чем больше камней окружает ее, тем выше добыча за единицу времени. Общий запас камня для добычи не ограничен. А, во время стройки действительно только шифтом приближается. Для работы каменоломни требуется экскаватор или рабочие. Причем экскаватор может добывать ресурсы даже без рабочих. Однако совместными усилиями экскаватора и рабочих каменоломня сможет поставлять гораздо больше камня. Теперь купите экскаватор в каменоломне. Что вы в самом деле? Экскаваторы 111D. Будет неплохо. Заменяет 33 работников. Он намного лучше, чем экскаватор 302B. Может, это заменяет всего 22 работников. Постройте гравийно-сортировочный завод. Камень необходимо должным образом переработать в пригодный для использования гравий. Каменоломня, гравийно-сортировочный завод. Купите машину, которая может перевозить камень. Разные автомобили могут перевозить разные грузы. Всегда необходимо выбирать технику, подходящую для работы. Так, смотрим самосвалы. Говорят, вот Нюсселя Т-138 нам подойдет. А что не Белав сразу? Белав это 24 тонны, а не 8. По 25 тонн может возить, не по 12. Ну ладно. Наверное, у нас денег столько нет. Смотрите, тут учитывается еще и солнечность и скорость ветра. Кошмар. Январь 60-го года. Остановка. Итак, отсюда. Идешь сюда. Все. Вези. Поехал. Процесс добычи и переработка камня налажен, и теперь республика будет иметь стабильный источник гравия, одного из основных строительных материалов. Перейдем к заготовке и переработке дерева. Постройте лесоповал. Лесоповалы нужно строить возле леса. Чем большим числом деревьев окружен лесоповал, тем больше деревьев смогут срубить рабочие. Обратите внимание, что запасы древесины в лесу исчерпаемы, в отличие от других ресурсов. И чтобы не пришлось перемещать лесоповал, можно выращивать новые деревья вручную. Окей. Лесоповал. А почему здесь? Не, подожди, а почему здесь? Где-нибудь вот здесь-то было бы лучше. Наверное, здесь построить. Окей. Тоже несели сюда. Закупим. В этом случае несели лучше, чем Прага V3S. Может, а тут мы возим 4,5 тонны, а тут 12 тонн древесины. Постройте лесопилку. Лесопилки используются для превращения древесины в доски, которые являются еще одним строительным материалом. Wood City. Слушай, Качканар строить мне нравилось больше, чем ваши Gravel City, Wood City и Iron Mines.
создайте заводское соединение между лесоповалом и лесопилкой. Заводские соединения можно использовать для быстрой транспортировки ресурсов между некоторыми зданиями. Такие соединения имеют весьма ограниченную длину. Так, а как? Общие грузы, вот заводское соединение. А вот зачем доски обратно сюда везти? Неизвестно. Ладно. В общем, процесс наложен. Теперь давайте перейдем к добыче и переработке железной руды. Постройте железную шахту. Вы можете увидеть доступные залежи железной руды на мини-карте или в виде желтых и зеленых точек при постройке шахты. Количество железа под железной шахтой определяет ее эффективность. Но общий запас железа в месторождении не ограничен. Потом его обогащаем и выплавляем. И скажем, что выше вот здесь вот железа нет. А вот здесь много точек, значит его тут много. Богатство источника 85%. Ну, 85%, наверное, неплохо. Постройте железорудную обогатительную фабрику. Железная руда должна быть переработана в пригодный для использования концентрат. Постройте конвейерную башню. Конвейер можно использовать для транспортировки определенных ресурсов между некоторыми зданиями. Конвейерные башни могут использоваться для транспортировки этих ресурсов на большие расстояния или для регулировки углов соединения конвейера со зданием. Сложно? Ну давай. Это где-то в разделе навалочные грузы. Конвейерная башня для навалочных грузов. Их тут несколько. Мы берем ту, которую за 5000. Причем за 5338, а не за 5389. Казалось бы, в чем разница? Но вот разница, похоже, есть. Соедините конвейером железную шахту и конвейерную башню. Постройте автомобильную станцию погрузки навалочных грузов. Эту станцию можно использовать для погрузки обработанного железа в автотранспорт. Автомобильная станция для грузов, для погрузки навалочные грузы. Почему у нас их тоже два? Чем-то они, видимо, отличаются. Так, не забываем поставить конвейер. Вы хорошо справляетесь, товарищ. Купите транспортное средство, которое сможет перевозить железо. Самосвал. В этот раз мы берем уже не Белав, который у нас был на 24 тонны, а самосвал на 6 тонн. А почему? Этот может перевозить 25 тонн железа. Денег у нас бесконечно. Мне очень нравится этот вариант. Можно у нас в жизни будет так вот, чтобы бесконечно денег. Хорошо было в январе 60-го года с бесконечным количеством денег. Ну ладно, нас просят взять Болеслава. Ша-706. Давайте возьмем его. Хотя я, конечно, Белов взял. Так, ты отсюда. А куда им это везти? Подожди. Ага. Ему это везти. Так, еще раз, Болеслав. Не мешайте. Тебе все это везти в Мольну. В среднюю таможню. В нефтяных полях на станции мы загружаем 100% чего-нибудь
в Мальне на средней таможне мы выгружаем 100% чего-нибудь. Процесс добычи, переработки и сбыта железной руды налажен. И теперь республика будет иметь стабильный источник дохода. Перейдем к выращиванию урожая. Постройте совхоз. Совхоз может содержать всю технику, необходимую для работы в полях. Малый зерновой совхоз. Средний, большой. Давайте малый. Разбейте поле. Поля используют для выращивания урожая. Поля должны быть связаны с совхозом, чтобы совхоз смог автоматически отправить туда технику для посева, уборки и транспортировки урожая в свои хранилища. Вы хорошо справляетесь, товарищ? А, слишком вплотную нельзя, потому что еще дороги должны быть. Купите трактор для совхоза. Трактор используется для посева урожая. Вместо трактора сеять урожай могут работники, но трактор делает это эффективнее. Берем Т-28. Купите комбайн для совхоза. Они используются для уборки урожая. Возьмем комбайн Колосок СК-4. Так, и это не все. Еще Болеслав нужен. Уже знакомый нам Ш-706РТ. Дела в этом обкозе идут отлично. Процесс заготовки урожая налажен. И теперь республика будет иметь стабильный источник урожая. Однако со временем хранилища совхоза будут заполнены, и совхоз не сможет принять больше урожая. Перейдем к нефтедобыче. Постройте нефтяную скважину. Нефтяную скважину нужно строить на нефтяных месторождениях. Доступные нефтяные месторождения можно найти на миникарте. Катя, покажи мне миникарту. Что-то миникарты действительно мини. Без этих стрелочек, потому что здесь месторождение было бы сложнее. Уберите миникарту. Ой, кошмар. Где направляющие меня стрелочки? А, ну вот, на миникарте просто включить отображение ресурсов. Скрыть миникарту. Постройте нефтеналивной терминал. Эта станция может использоваться для загрузки нефти и нефтепродуктов в поезда, в составе которых есть цистерны. Отличная работа, товарищ. Постройте трубопровод, соединяющий нефтяную скважину и нефтеналивной терминал. Постройте железнодорожное депо. Железнодорожное депо – это основное здание для организации движения поездов. В нем можно покупать локомотивы и вагоны, а также собирать составы. Превосходно, товарищ. Соедините рельсовым путем. Соединили. Другим рельсовым путем соедини тебя. Купите тепловоз. Су-45. Одного тепловоза будет мало. Давайте еще грузовой вагон. Цистерну 15-14-43. Три цистерны. Установите первую точку маршрута. А.
отсюда. В больню, пожалуйста. Поехали. Урок окончен, товарищ. Вы свободны. Нет, к следующему уроку мы пока не перейдем. Мы понаблюдаем, как наш тепловоз наполняется продуктами нефтепереработки и отправляется в мульну. И немножко поскучаем по качканеру, который остался у нас в прошлом уровне. Там просто по полям. Так, а куда он дальше будет ехать, интересно? Мы же мы только эти две точки назначили. Задним путем сдавать. Разворота-то у него нигде. Магия. Ладно. Давайте выйдем в меню. И посмотрим, что из себя представляет новая республика на случайной карте. О, денег бесконечно. Давайте денег много. Когда денег мало, мы уже знаем, что это такое. Я думаю, все знают. Это не так интересно. Реалистичный режим. Так. Ага. В реалистичном режиме нельзя строить здания и инфраструктуру за деньги, а только за ресурсы. Автозакупка недоступна. Ресурсы нужно покупать на таможне. Сложно. Реакция граждан, давайте, будет средняя. Граждане будут весьма раздражены, если их потребности не будут удовлетворены. Энергетическая область. Ну, давайте. Здание и техника. Чтобы нужна была электроэнергия и еще и топливо. Водопровод и канализация. Пусть будет. Годовой цикл. На что влияет? Наверное, на погоду. Пожары в зданиях. Пусть редкие будут. Глобальные события. Пусть будут. Загрязнение. Загрязнение — это плохо. Но у него система образования простая. Дети автоматически получают среднее образование без школ. Родители могут работать, даже если у них есть дети до 6 лет. А можем взять сложную. Детей необходимо учить в школах. Родители детей до 6 лет смогут работать только если у них будет возможность отдать своих детей в детский сад. Преступность и правосудие. Можем включить. Симуляция дорожного движения. Сложное исследование. Включить. Суточный цикл. Всегда день, неподвижное солнце, движущееся солнце. Начальный год, 60-й. Доступны техники с начала производства? Или в, давайте в годы производства, чтобы у нас... Вперед к созданию Великой Республики. Хоть мы пошли еще не все обучение. Построй... города. Число населенных пунктов. Ну да, 5. Пусть так вот будет. Пусть города и дороги даже. Посмотрим, как оно. Что оно нам построит. А то нам еще электричество налаживать, канализацию, преступность устранять. Налаживать преступность на... Генерация городов. Немножко терпения. Это может занять несколько минут. Аж минут. Ну, минуты, не часы. Немножко подождем. О, а вот и все. Так, давайте посмотрим, есть ли у нас качканар. Если у нас есть качканар, значит все хорошо. У нас есть Видуринам. Пам-пайра-па-пам.
Пам-п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 ам. Что делает это богопротивное здание? Ладно, не богопротивное, а советом противное, наверное. Средний собор у нас здесь. Та-дам. А дальше у нас типичное... Вот почему хорошее у нас здание пошли. Видаринам, Далакарем, а там далеке у нас Ханты-Мансийск, Радужный, Александровская, Верхняя Салда, Юрга, Нижнекамск, Лянтор, Заводоуковск. А рядышком, конечно, нами вином, он Асино. О, Тверь, Орск, Череповец, Кирово-Чепецк, Стрежевой, Оренбург, он в той стороне, Чебоксары, Миргени. А где... Где прекрасный город Качканар, с которого мы начинали? Тюкалинск, Нефтекамск. Нужно глянуть у нас карта. Карта есть. Во. Нет у нас Качканара. Есть Калачинск. Белгород. Слушай, ну Калачинск, может, как условно есть? Это какая-то средняя таможня на целом Калачинске. Потому что, конечно, Калачинска как такового нету. Тут же вставка постоянного тока. Кажется, немножко поспешил, когда вот решил. Вот давайте вот мы все начнем. Белгород тоже стоит только из средней таможни. Давайте куда-нибудь поближе. Я вот все ждал, что закроет марш из Редолерта. Но тоже это воинственное. Так. Где у нас какие-нибудь чуть более заселенные города? Где-нибудь в Ханты-Мансийске ближе, да? Ну давайте вон с Далакарема начнем. Там вот Дзержинск есть. Что у нас здесь есть? Есть куча домиков, причем сельских домиков. Здания не подключены к источнику электроэнергии и куча безработных. Так, значит, надо строить источник электроэнергии. А рядышком-то у нас электроэнергии нету. Тут показать, где у нас, не очень выйдет. Давайте, значит, займемся электроэнергией. Нам нужна электростанция. И можем поставить градирню. Загрязнение окружающей среды 12 тонн в год. Так, подожди. А то есть не атомная электростанция. Я думал, что вот эта штука ассоциируется с атомной электростанцией, но нет. У нас вот есть двухблочная атомная электростанция. Давайте двухблочную атомную электростанцию. Ага. Вы не же не хотите сказать, что атомная электростанция должна быть в центре Далакарема? Я думаю, лучше где-то поставить ее сбоку. Так будет, наверное, несколько безопаснее. Я бы вообще где-нибудь в стороне поставил. Наверное, я не прав. Надо все-таки было проходить обучение. Да. Может, еще слэп среднего напряжения. Такие... Такие распределительные устройства среднего напряжения. Сложно. Сложно.
Ладно, надо было, кажется, возвращаться к обучению. Без обучения все слишком сложно. Плюс трансформаторные пункты. Плюс преобразователи, подстанции. Насколько все сложно. Трубопроводы, теплоносители. Так, стоп. Стоп. Это еще такое. Еще коммуникации надо все делать. А коммуникации ты делаешь сперва сами водопроводы, водоразборные узлы, насосные станции, башни, скважины, водоподготовку. Потом еще канализацию. То же самое все налаживаешь. Отдельно накладываешь тепловые сети, чтобы у них была горячая вода. Ух! И это еще не что. У нас еще есть декоративные покрытия. Памятники. Куда же? В центре каждого города. На улице Ленина. А должна быть площадь Ленина, на которой обязательно должна стоять статуя вождя. И вот этой статуи вождя будет каждый год проводиться в июне выпускные в школах. Да? Ладно, надо возвращаться к обучению. Вот что скажу. Потому что без обучения разобраться во всем этом слишком сложно. По крайней мере для меня. Итак, курс молодого лидера. Основы. Вроде разобрали. Или не разобрали. Так, вот строительство. Строительство и законный порядок. Не разбирали. Давай строительство. Я пытался. Так. Товарищ, добро пожаловать на занятие курса молодого лидера. На этом занятии мы рассмотрим строительство зданий и инфраструктуры с использованием техники и ресурсов республики. Это не только идеологически важный шаг к самодостаточности, но и способ экономии денег. Собственные ресурсы и рабочая сила обходятся дешевле, чем покупка и доставка импортных ресурсов и прямое финансирование строительства. Начнем с постройки асфальтного завода. Прочие отрасли – асфальтный завод. Есть асфальтный завод. Теперь постройте бетонный завод. Помните, что асфальтные бетонные заводы имеют малое внутреннее хранилище и не могут хранить свою продукцию на складах. Произведенные стройматериалы необходимо загружать сразу в соответствующие грузовики. А почему? В общем, отличная работа, товарищ. Постройте автомобильную станцию погрузки навалочных грузов. Постройте конвейерную башню. О, конвейерную башню я помню. Видите, здание конвейерами. Тебя не надо сюда? Видимо, нет. Это странно. Вот у нас асфальтный завод. Это у нас бетонный завод. Я, может, асфальт тоже хочу погружать. А, не все соединили. Один конвейер забыл. А, ну тут эта штука на два сразу идет. Постройте жилое здание для рабочих бетонного и асфальтного заводов. Вот прямо здесь рядышком. Чем? Возьмем уже вот такой вот панельный многоквартирный дом. Постройте автобусную остановку. Хорошая работа.
Закупите гравий в большое хранилище навалочных грузов. Гравий, причем навалочные грузы нельзя смешивать, пишет нам. Приобретите сталь для склада. Естественно, вы можете использовать и свои собственные ресурсы, но давайте в рамках этого урока их закупим. А зачем нам сталь? Ну, надо, значит надо. Приобретите механические детали для склада. Десять тонн деталей приобретено. Теперь закупите битум для асфальтного завода. Все закупи. Закупите цемент для бетонного завода. Почему? Импортируем. Есть. Постройте строительную контору. Строительная контора – это главное здание для строительства с использованием ресурсов. Ей можно назначать объекты строительства и источники, необходимых для постройки ресурсов. Вы хорошо справляетесь, товарищ. Назначьте строительной конторе здание, источники, работников и ресурсов. Ну хорошо. Да. И также здесь малое крытое хранилище и тебя. Все, все ресурсы указали. Спроектируйте дорогу. В этом режиме вы можете свободно планировать удалять дороги или другую инфраструктуру. А зачем мне дорогу вот так строить? Ну, вот такие, чтобы спорить. Постройте это, дав задание строительной конторе. А, то есть сперва не за рубли, а вот так. Типа, теперь я не за рубли строю, а мои ребята за мои же ресурсы будут это строить. А... Вот только если строить за свои ресурсы, это будет обойдется нам в 265 трудодней. 29 тонн гравия и 22 тонны асфальта. Дорога в 88 метров. Кошмар. Кошмар, как дорого. Кошмар, как дорого. После завершения проектирования можете приступать к строительству. Начать строительство запланированной инфраструктуры. Приобретить необходимую строительную технику для строительной конторы. Для дорожного строительства понадобится самосвал, экскаватор или бульдозер, каток и асфальтоукладчик. С таким набором техники вы можете строить дороги даже без рабочей силы. Ох уж это, советская техника, работающая без рабочей силы. Если какая-либо строительная техника отсутствует, ее можно заменить, доставляя автобусами рабочих. Но для доставки ресурсов все равно необходима соответствующая техника, а уж сколько рабочих необходимо, чтобы заменить один каток, сложно представить. Давайте возьмем лев для пассажиров. Возьмем самосвал Нёссель Т-138. Возьмем бульдозер Сталинец С-100. Каток, говорят, еще нужен. Асфальтоукладчик Д-150. Ну, каток. Каток, да. Пока строительная контора занята строительством дороги, перейдем к строительству зданий. Либо же сперва вы можете понаблюдать за постройкой дороги. Ну, когда ваше строительство любопытство будет удовлетворено, постройте грунтовую дорогу.
Для строительства грунтовых дорог не требуется строительная контора. Однако скорость автомобилей на этих дорогах весьма ограничена, поэтому не следует использовать их, если нужно, чтобы автомобили двигались на полной скорости. Подожди, а чё? Я тут дорогу попросил наделать. 80 метров. 50 тонн всякой продукции. Джентльмен куда-то идёт. Куда идёшь? А тебя нельзя выбрать. Не понять. Вот чё-то едет. Чё едет? А, вон. Грузовик везут. Так, вот он выгрузил. Уехал. Поехал вон бульдозер. Сейчас выравнивать все будет. И вон автобус поехал с работниками. Не, автобус поехал не к нам. Он поехал, видимо, работников забирать. Ну пока автобус там работников заберет, наш бульдозер только-только подъедет сюда. Так. Он совершает странное телодвижение. Но тем не менее, кучка уменьшается. Смотрите, те кучки, которые он тут навалил, их явно не хватит на всю дорогу. Так, вон едет уже автобус с работниками. Он здесь припарковался. Будет сейчас мешать нашему бульдозеру. Даже он сейчас грузовик не может выехать. Так, а что он сделал? Что-то он постоял. Развернулся. А, наверное, у нас тут виртуальные рабочие ходят. Вот это вот все разгружают, да? Ничего, он ускорился. Странная телепортация у нас происходит. У нас там стоит еще асфальтоукладчик и каток. Но сперва нам надо еще все бульдозером тут выровнять. Хотя, думаю, уже можно асфальтоукладчик запускать. Хотя тогда эта штука отсюда не выйдет. Придется дождаться, пока сейчас приедет еще третий грузовик. Он выгрузит все эти тонны строительного материала. Да, он там погрузился, он едет. А хотя я тут уже все разгрузил, поэтому как-то медлит наш грузовик, медлит. Простаивают у нас работы. Так, ну можно, я думаю, уже это, асфальтоукладчик-то вывозить. Так, ну он автобус поехал. Куда автобус? Автобус поехал за работниками. Для пассажиров. Вон на строительную контору поехал. Так. Маршрут, остановка, задание. Пускать 97%. Не закусить на дороге, все 100% выпускать. Так, у нас, кстати, бульдозер уже закончил. Вон поехал асфальтоукладчик. Скорость у него небольшая. Не быстро это дело, построить 100 метров асфальтной дороги. Так, ну вот он здесь. Чё мы ждём? Чё мы ждём? А, мы, видимо... А, да, мы ждём грузовика. Где грузовик? Грузовик.
Здесь вот нету его на погрузке. А вот он, на погрузке стоит. Поехал. Почему он отсюда поезжает? И он здесь погрузка. Не знаю, но в общем сейчас нам привезут битум. Можем начать работы. Так, там может уже это... Каток? Не? Ладно, я думаю, процесс понятен. Даже 100 метров дороги проложить не быстрое дело. Ну, давайте... Проложим себе гравийную дорогу, как нас и просят. Грунтовую дорогу даже. Постройте жилой дом, используя ресурсы. Выбираем, что у нас ресурсы стоят наши. Не за деньги покупаем. 572 трудодня, 13 тонн гравия, 57 тонн панелей, 17 тонн бетона, 10 тонн асфальта и 6 тонн стали. Приобретить необходимую технику для строительной конторы. Для строительства зданий понадобится бетономешалка, экскаватор, бортовой грузовик для доставки стройматериалов, панелей, кирпича, стали, досок, а также автобусы для доставки рабочих на строительную площадку. Краны могут ускорять строительство, но они не заменяют рабочую силу. Бетономешалка мешает бетон. Экскаватор. Есть. Бортовой грузовик Нюссель Т-138. Есть. Автокран Нюссель Т-138 тоже есть. Все? Все, говорят, урок окончен, товарищ, вы закончен. В смысле, мы еще не посмотрели, как у нас тут все происходит. Пока не надо. Мне интересно посмотреть, как у них будет проводить сама постройка. Люди идут сюда и исчезают. Это аномальная зона тут. Либо они все работники Министерства магии. Уже 40 человек находится на стройплощадке. Они все вот ножками сюда выходят. А вот и бетон подвезли. Как бы сделать так, чтобы все было видно.
некоторую технику на площадке сейчас нету. А стоит 17 тонн бетона и 11 тонн гравия. Сейчас идут земляные работы. 198 трудодней, 1,2 тонны гравия, 10 тонн асфальта. Так, а куда-то 4 человека у нас делись. Кто люди сюда прибывают, прибывают, а потом оп, и исчезают. Мы видим, как люди сюда входят, но не видим, как люди отсюда выходят. И это пугает. Куда вот они исчезают? Вы смотрите, у нас, если мы наведем на рабочих, даже видно их фамилия, имя, отчество, возраст, продолжительность жизни, их продуктивность, рабочие смены по 8 часов они работают, и текущие потребности в еде, в одежде, в мясе, к визиты к врачу некоторые, кто-то нуждается в культурном отдыхе, вон, в электронике, неудовлетворенные потребности днями ранее, молитва, культурный отдых, уровень образования у них. Против выше единички. 1.16, 1.88, 2. О! Земляные работы у нас, экскаватор приехал. Ну конечно, сейчас так побыстрее все пойдет. Все, техника подъехала. А так, значит, у нас некоторые подобные дома там по 5 лет строят. Ну, смотри, трудодни уже начали с техникой это считаться уже. Побыстрее. 24 января 60-го года. Так, у некоторых рабочих привезли на автобусе. Все. Земляные работы завершены. Переходим к следующему этапу, к установке бетонных панелей. Это, кстати, последний этап. Можно смотреть по этим. Так, привезли сталь. Теперь будем возить сюда панели и потихоньку будем ставить. Так, панели выгрузили. Вот, начинают ставить. О, автокран приехал. Я думаю, процесс постройки вполне понятен. Давайте его выйдем в меню. Из курса молодого лидера мы из основ, наверное, еще интересный вариант ознакомиться с законом и порядком. Товарищ, в четвертый раз добро пожаловать на занятия нашего курса молодого лидера. Сегодня поговорим об охране правопорядка в нашей республике. К сожалению,
не все граждане отличаются высокой сознательностью, честностью и гражданской ответственностью. В результате этого некоторые из них могут встать на кривую дорожку преступности. Совершаемые преступления наш криминальный кодекс делит на три степени тяжести. Соответственно, этим степеням преступнику назначается наказание в виде тюремного заключения. Заметим также, что смертная казнь в нашей республике не предусмотрена. Неутомимую борьбу с преступностью ведут наши доблестные милиционеры и следователи. Они выезжают на вызовы, расследуют преступления и задерживают подозреваемых. Постойте, отдел милиции. Кстати, мы бы если мы его также за ресурсы строили. Приобретите 4 милицейских машины. На них милиционеры выезжают на место преступления. Болеслав Шасто. Почему-то с надписью VB. А почему VB? ME? Ну. А почему не ША 120? И даже 1202. Ну ладно. Самые дешевые. Не самые. Цвикао был бы еще дешевле. Задержать подозреваемого недостаточно. Если провести судебное разбирательство, по делу не будет вынесен приговор, и преступник будет отпущен на свободу. Постройте малое здание суда. Это вы уверены, что это малое здание суда? Чуть-чуть, подожди. Это. Во, вот это малое здание суда. Постройте новое жилое здание. Пустое, говорят. Пригласите иммигрантов с высшим образованием. Судьями могут становиться только образованные граждане. Чтобы противостоять преступности, нужна милиция, суды и тюрьмы. Милиция задерживает правонарушителей, проводит расследование и передает дело в суд. Суд выносит приговор, утверждая наказание для осужденных. Тюрьма служит для перевоспитания и исправления преступников. Отсутствие даже одной из этих структур приведет к невозможности бороться с преступностью. Постройте тюрьму. Уже не просят малую тюрьму, среднюю тюрьму. Просто бери, строй. Не обязательно просто тратить ресурсы на заключенных. Их можно отправлять на некоторые работы. Из тюрьмы до места работы заключенные переводятся в автозаках. Приобретите автозак. Вы хорошо справляетесь, товарищ. Давайте отправим их добывать уголь. Физический труд – отличное средство для перевоспитания. Так, здание еще не построено. Теперь можно. Отличная работа, товарищ. И если гражданин умер или оказался в тюрьме, нужно позаботиться о его детях. Без детского дома оказавшиеся без опеки дети просто покинут страну. Постройте детский дом. Так вот куда дети деваются. Они просто покидают страну. А я-то думал. Детский дом. Кроме борьбы с преступностью,
важно обращать внимание на настроение в обществе. Если граждане несчастливы, их жизненные потребности не удовлетворены, они будут разочаровываться в способностях своего правительства и терять лояльность. Нелояльные граждане менее продуктивно работают и более склонны приступать закон. Напрямую лояльность граждан узнать невозможно. Ее выяснение – задача для профессионалов своего дела. Постройте здание службы госбезопасности. Приобретите автомашины для службы госбезопасности. Для уточнения лояльности граждан, служащие посещают их места проживания и проводят наблюдения. Можно окрасить машины в черный цвет, чтобы они не вызывали подозрения. Ага, черная Волга. Надо было сперва покрасить, потом приобретать. Ну, я сперва приобрел, потом покрасил. Теперь постройте школу. Советское государство должно заботиться об образовании и воспитании детей. А я думал, в легком режиме дети сами обучаются, без школ. Нам не нужна западная пропаганда в школах. Убедитесь, что обучать детей будут люди, верные нашей идее. Установите минимальную требуемость лояльности для работников на 55%. Не следует сразу устанавливать слишком высокие требования к лояльности. Может случиться так, что никто не сможет пройти отбор. Ученики, ожидающие на школьном дворе, он... Смешная Екатерина Андреевна, 9 лет, 52 года проживет. Родитель Кабинова Екатерина Васильевна. Ткачева Эдита Романовна, 9 лет. Так кто он там, 6-6-летний кто-то есть. Кабинова Аннушка Юрьевна. Барбалина Элеонора... Барбалину-то верните, пожалуйста. Ну что началось? Ткачева Эдита, Самойлов Гаспар Родионович, 13 лет. У него родители Манякина, Оленка. О, куда? А, они уже в классы пошли. Липин Ануфрий Денисович. А у меня один вопрос. Тут вот было... Пауза, пожалуйста. У нас, например, есть Пещельникова Дарья Родионовна. Но почему-то родители у нее... Голубов Еремей Семенович. Почему у него родитель не Родион Семенович? Вопрос хороший. Вот это вот и хотелось посмотреть. Почему у нас у родителей фамилия не такая же, как у детей, там, может быть, по-всякому? Но почему отчество у них не совпадает? Это уже вопрос очень-очень большой. Вот наша Барбалина. Барбалина Элеонора Владимировна. Барбалина. Почему она Владимировна, а отец у нее Иннокентий Тимофеевич? Фукина Нюша Тимуровна с родителем Алипиным Никитой Олеговичем. В общем, сплошное простоквашино. Так, минимальную лояльность мы установили. Теперь минимальную лояльность для работников детского дома. Тоже надо установить в 55%. Мясо у нас 200 килограмм. А мы тем самым закончили урок. Все свободны. Я думаю, нам покажут само проявление преступления. Будет, а там что-то вот. Что-то он поехало. В больницу причем поехало. Причем у нас тут есть Букашка и Карл Маркс Б.
Что-то случилось. Мы можем хоть и изменять цвет, краску прямо уже у купленной машины. Интересно, кто-нибудь из них отправится на вызов? Чтобы посмотреть, как у них что происходит. Давайте немножко подождем. О, о. Стой. Стой. А чё? А чё? Так, он выехал сюда, в дом. Так. Отсюда, из дома. Он поехал куда-то назад. А, ну и вернулся. Чё выезжал? Наверное, ложный вызов. Причем странно, что вот у них нельзя автослежение установить. То есть у всяких грузовиков и автобусов можно было установить автослежение. А тут только переименовать или сменить депо. Впоследствии могут уже поставить там самолеты, вертолеты, атомоходы, полагаю. Но это будет уже в полной версии. Ну а мы с вами давайте выйдем в главное меню. И вспомним, что мы смотрели на демо-версию игры Workers and Resources Soviet Republic. Большое спасибо за просмотр. Ну а мы увидимся.